В Нарьян-Маре продолжается подготовка к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Завершены работы по реконструкции обелиска Победы, памятника погибшим портовикам, олино-транспортным батальонам и буксиру «Комсомолец». Всего на обновление монументов было потрачено порядка 5 миллионов рублей. Самым масштабным оказался ремонт памятника экипажу буксира «Комсомолец», который затонул в 1942 году. В начале работ выяснилось, что монумент находится в ветхом состоянии и восстановлению не подлежит, поэтому пришлось полностью заменить стелу. Обновили и памятник портовикам. Вход в сквер сделали со стороны улицы Хатанзейского. Подиум, который имитировал вечный огонь, демонтировали. За счет этого увеличилась площадь перед монументом. Саму стелу и подиумы с именами погибших облицевали. Также проведено благоустройство территории около памятника олено-транспортным батальоном. А на днях закончились работы по реконструкции обелиска Победы. С подиумом вечного огня, значит, у нас тоже были проблемы по поводу его, каким образом сделать, но все-таки остановились в том, что уже горожане привыкли именно к такому виду этого памятника. Поэтому подиум оставили таким же, но произведено полностью капитальный ремонт этого подиума. То есть старая уже отбившаяся, покрошившаяся плитка снята, сделана новая стяжка, очень хорошая, бетонная. И сверху уже очень положен качественный материал.